Анонс и дата выхода 26 серии турецкого сериала «Жестокий Стамбул». 26 серия сериала выйдет в эфир 6 января в 20:00 по московскому времени на телеканале «Канал Д». С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомню, в предыдущей серии мы увидели, как жители особняка, волнующиеся за Недима, будут в шоке от представившейся им картины. Шанис сама попадает в ловушку, которую она подготовила для Недима. Джемре настолько устала, что больше не может продолжать игру. Она решает покончить с браком, несмотря на добровольное согласие Дженка быть использованным. Однако Агах на шаг впереди, он посмотрел видеозапись, а для Джемре станет последней каплей известие о том, что Недим тоже посмотрел видеозапись, но промолчал. Чтобы свести счеты за все содеянное, Джемре нужен Недим, он для нее последний шанс. Недим подозрительно приближается к протянутой руке Джерен. Агах пока не переварил узнанную информацию, как в особняке взорвется новая тайна. Напомним, 26 серия сериала выйдет в эфир 6 января. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки. С наступающим Новым годом!